Регата на Кубок принцессы Софии стала заключительным этапом отбора в национальную команду на игры 2016. Таким образом, сборную России по парусному спорту на летних Олимпийских играх в Бразилии в классе 470 представят Павел Сазыкин и Денис Грибанов, а также Алиса Кирилюк и Людмила Дмитриева. В лазере Сергей Комиссаров, а в классе RSX среди мужчин Максима Беремко и среди женщин прославленная юниорка Стефания Елфутина. Представительница сочинской парусной школы старт кубка взяла не очень здорово, но в итоговой гонке финишировала второй, а по результатам регаты заняла 8-ю строчку. Регата для меня была сложная, очень и морально, и физически, но я довольна заключительной своей гонкой, пришла вторая, несмотря на ужасный старт. Это хорошее окончание регаты, и я рада. Напомню, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа, а ближайший турнир, который примет Сочи, это старт нового сезона Национальной парусной лиги. С 8 по 10 апреля в сочинской акватории расправят паруса на своих лодках яхтсмены из 26 российских команд.